Сегодня мы поговорим о задачах людей, рожденных в 1972 году. Такие люди пришли для того, чтобы давать знания другим людям. Они должны стремиться к красоте тела и красоте души. Ни в коем случае не зацикливаться на мелочах, не проявлять эгоистического стремления к своим целям. Не игнорировать проблемы других людей, а наоборот стремиться к мудрости и к духовным знаниям. В числе 19 ум, тело и ум души не должны противоборствовать друг другу, а наоборот они должны сотрудничать в пределах одного человеческого существа. Нужно стремиться к совершенству. Thank you.